से अधिकारी जो निष्ठा सगुण परिकीर्तिता विपर्यस्तु दोष से अधिकारी जो निष्ठा सगुण परिकीर्तिता विपर्यस्तु दोष शिशिल गौड़ीय गोष्ठीपति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर टोल Гаудия Гоштхипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что единственная обязанность всех дживатам душ – это служить Шри Кришне. Бесконечное число джив, они все вайшнавы. Шишила Прабхупад говорит, что бесконечное число джив, они все вайшнавы. Но они не знают об этом. И из-за того, что они покрыты, они покрыты майей, тонким и грубым телом, и из-за этого покрытия эти дживатмы, они не могут осознать, что они вечные слуги Шри Кришны. Я буду говорить об этой татве, но сегодня особый день, особая тема. Вы можете вспомнить, что наша Гуру-варга, она отвечает должным образом тем, кто критикует Гаудия Матх. Это очень сложная тема. И вот те, кто критикует Гаудия Матх, поскольку они находятся в невежестве, они не знают, какой, что такое Гаудия Матх, какие тонкие его суждения, его вичар. Я могу сказать, что они не имеют должного духовного образования, они не получают достойной сатсанги. Я могу показать, например, великих писателей, великих ученых, которые известны по всему миру. И вот они говорят, что нет расы Баладевы. Это невозможно. Какие-то знаменитые великие ученые-поэты, они так вот утверждают, что для Баладевы раса невозможна. Он является в другом образе. Но Вриндаван Дас Такур Махашой говорит, что те, кто не следует расе Шишилы Баладева, они подобны животным, они не люди. Вриндаван Дас Такур Махашой пишет так, что весь мир критикует, то есть весь мир не как критикует небрачные связи, но великие риши муни, они прославляют имя Баладева, когда он первое проявление Шри Кришны, он совершает расу. И можно вспомнить, что Прабхудананда Сарасвати Пад, я говорил 2 часа о нем в прошлый раз, но это очень глубокая тема, можно больше и больше говорить, и вот они критикуют то, что в Гаудия Матхе дают саньясу, а в Каликалу саньяс не положено давать. И вот такие люди критикуют Гаудия Матхе, пытаются как-то влиять на преданных, которые не знают никакой сиддханты и не могут ответить им должным образом. И вот можно вспомнить, я начал с этой шлоки. И вот Шрила Прабхупада очень часто говорил эту шлоку, говорил об этой шлоке, что согласно нашему адхикару, нашей способности, мы должны делать, если мы выходим за пределы нашего адхикара, наших способностей, то это пытаемся что-то перепрыгнуть, сделать что-то не по своему уровню, это очень опасно для нас. И вот если мы будем заниматься не своими делами, то есть не тем, что нам положено, то это очень опасно. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, Дипаджасту
Если мы думаем по-другому, что мы брахман, мы вайшнав, мы можем контролировать какое-то вайшнавское общество, то это нехорошо. Шрила Прабхупад говорит, те, кто слишком горды, те, кто гордятся своим образованием, богатством, положением, и могут так из-за своей гордости случайно оскорбить настоящего вайшнава. И это очень опасно для них. Я могу рассказать об одном случае. Случился около 60 лет назад, может, 65 лет назад, достаточно давно во Вриндаване. Один политический лидер пытался мотивировать каких-то людей низкого класса. Имеется в виду дворников каких-то таких рабочих, скажем так. Но суть в том, что этот министр, он пытался как-то мотивировать на что-то. И вот эти дворники начали говорить, что вот в Радха Мадхава Махане есть какие-то брахманы, пуджари, они поклоняются Господу, и надо их выгнать, а мы вместо них будем поклоняться. Вот такое у них было, идея такая была. И после этого еще что-то случилось, они хотели напасть на храмы, чтобы захватить их. Но был один преданный в Раджавасе, он был достаточно пожилой, ему лет 85 было. Он пришел, встал на возвышение и начал говорить: смотрите, тот политик, он дурачит вас, ваш адхикар, он ограничен тем, что вы занимаетесь, то есть вы должны заниматься своими обязанностями, если вы дворники, то надо подметать, а если вы выгоните брахманов из храмов и вместо них будете пытаться поклоняться, то толку не будет никакого. И вот однажды, Махарадж чуть переключился на похожую тему, однажды вор какой-то пришел в какой-то дом, начал воровать, и там была собака и осел. И вот собаку на днях хозяин избил, не кормил, и собака, она обиделась на хозяина, что ничего плохого не сделала, а тут ее избили, и вот сегодня работать не буду, то есть не буду обязанности свои исполнять. И вот она так, собака, забастовку объявила и решила перестать лаять. И вот собака спала, не обращала внимания на воров, и осел пришел, начал ее будить, что говорит: вор пришел, тут нашего хозяина обворовывает. А собака сказала, что нет, я отдыхаю сегодня, пускай ворует дальше. И что делать? Этот осел начал кричать, как мог. И тем временем этот вор все взял, уже практически убежал, и хозяин пришел с палкой, начал бить этого осла, чтобы он не орал. И говорит: зачем ты мешаешь мне спать, и начал бить его. И вот он пошел спать дальше. И этот осел начал плакать, что хотел помочь. И собака начала спрашивать: что случилось? Ты мои обязанности забрал, это моя работа гавкать. Если кто-то вместо меня будет гавкать, ничего хорошего не получишь.
не получится твоя обязанность грузы таскать. И вот смотри, ты пытался исполнять мои обязанности, и в итоге тебя побили только. И этот браман, который был на возвышении, говорил прекрасную лекцию, что вы хинду, вы чтите Санатан Дхарму, вот смотрите, в Бхагавад Гите говорятся такие слова. И вот в Гите Бхагаван Шри Кришна говорит такие слова, что я создал четыре варны, четыре ашрама, создал систему варнашрама, я специально это сделал, чтобы систематизировать все это общество, иначе никто не будет знать, чем они должны заниматься, и будут одни проблемы. Шрила Бхактивинода Тхакура также говорит, нам дана парамартик брахманатва, то есть нам дали священный шнур, дали брахманское посвящение, чтобы мы смогли поклоняться божествам, готовить для них, но это не значит, что мы можем пойти на рынок и работать в качестве брахманов. Это не значит этого. Нам дали парамартик брахманатва, это не меньше, чем брахманы, но для того, чтобы вся система варнашрамы, она идеальным образом функционировала, мы не можем позволять, чтобы мы какие-то проблемы вносили в общество. То есть брахманы, пускай они занимаются своими обязанностями, мы не должны лезть и забирать у них их работу. И в Гите Бхагаватам также Шрила Прахлад Махарадж говорит, если кто-то говорит, что я браман, как он докажет, что он браман? И поэтому в Шримад-Бхагавата Махапуране Прахлад Махарадж говорит, и вот в тот день, когда вы меня спрашивали, и вот говорится, что если в материальном обществе нет никакого уважения к браманам, вайшьям, к кшатриям, и почему? А вот вопрос в том, что почему в этой шлоке говорится, что швапачи, же собакоеды, если они преданные Кришне, они лучше, чем браманы, кшатри и вайши. В чем связь? И вот брамана мне... Все варны, шудры, вайши, кшатри, брахманы. И вот брахманы, они гуру. Но когда мы становимся вайшнавами, великими вайшнавами, то в этом случае Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что мы, если мы становимся такими вайшнавами, мы занимаем положение более возвышенное, чем брахманы. И Махапрабху дает указание такое. Это значит, что Махапрабху хотел сказать нам, что мы должны быть заняты нашим истинным Я, нашей душой, а не телом. И поэтому в Шикшастаке мы можем найти последние шлоки Шикшастаке, Махапрабху говорит об этом. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, что единственная обязанность всех дживатм – это служить Шри Кришне. Все дживатмы, где бы они ни были, они все вайшнавы. Но они могли забыть об этом и не могут осознать себя как вечных слуг Верховного Господа. Поскольку Шри Чайтанья Махапрабху пришел сюда, чтобы показать нам это дать нам гопи прему наивысшее, и тогда сварупа
Дживатма, когда она полностью открыта, полностью очищена Читтадарпана Марджана, и когда нет никаких посторонних влияний и осквернений, и тогда в этом случае эта дживатма может найти, осознать себя на Галоке. Она может осознать, что она хочет совершать только Севу Шри Кришны. И это наивысшее ее положение. И суть в том, что Махапрабху, он хотел сказать нам, что мы должны быть заняты нашей душой, а не телом. Мы не должны придавать большое значение этим материальным вещам. И вот сейчас те смарты, те, кто критикует Гауди Мат, они цитируют одну шлоку из Брахма-Вайварта Пурана. И эта шлока, о которой они говорят, о том, что в Каликалу, в Кали-Югу саньясу не позволяется принимать. И вот они говорят так. И вот в читании Читамрити говорится, и вот в читании Читамрити можно вспомнить, я думаю, вы уже изучали читание Читамриту под руководством Гуру Вайшнава. И вот однажды Джагатананда Пандит, он попросил разрешения у Махапрабху отправиться в Вриндаван, и Махапрабху был вынужден дать ему разрешение, но так или иначе этот преданный попросил, что он хочет пойти во Вриндаван, получить даршины там, и Махапрабху был... И вот Махапрабху, когда он позволил ему идти во Вриндаван, он сказал, что он должен находиться с Санатаной всегда и ни на малейшую часть секунды не оставлять общение с Санатаной. Я в прошлый раз говорил, что есть очень тонкая грань между сатсангой и асатсангой. Она настолько тонка, что невозможно понять. Это слова суждения Шрилы Прабхупады, что есть очень тонкая грань между сатсангой и асатсангой. Многие не могут осознать, что есть где. И поэтому очень важно находиться вместе с чистыми гуру вайшнавами. Если физически невозможно, то, по крайней мере, в уме вы должны всегда находиться с гуру и вайшнавами, чтобы у вас была такая связь умственная или такая, как... Ну, так даже связь в уме хотя бы должна быть. И вот Махапрабху сказал ему, что он всегда должен находиться с Санатаной. А почему Санатана Госвами — это Самбанта Гьяна Ачарья? И поэтому Махапрабху дал ему такое наставление, не только ему, а всем живым существам, что мы должны всегда находиться с Санатаной Госвами. Санатана Госвами — он Самбанта Гьяна Ачарья. Поскольку если у нас нету, мы не осознаем нашу самбанту, связь с гуру вайшнавами, то это плохо. Но если у нас эта самбанда гьяна развилась, мы осознали наши вечные отношения с гуру вайшнавами, и если эта самбанда гьяна разовьется полностью, то мы осознаем нашу связь с Кришной. И однажды Санатан Гасай, он пришел с красным тюрбаном на голове, и Джагадананда, он посмотрел на него.
Джагананада думал, что это наверняка и вот он. Oh my God! Then take the pot of rice. Rice already boiling with rice. So throw, going to throw. Then Sarvar was running and lost it there. И вот он спросил, откуда он взял его? I apply this formula to detect the kind of love you have inside your heart. I wanted to detect his fools. А вот почему Санатана был в красном тюрбане, а то, чтобы проверить Джагананда Пандита. И он прошел это испытание, поскольку он спросил, откуда у него эта одежда. С этого саньяси. То есть он взял эту красную тюрбан только для того, чтобы проверить чувства с Джагадананды. И вот Санатана Госвами использует одно слово, которое может произвести эволюцию во всем мире. Многие сахаджи, живущие на Радакунде и прочих местах, и вот Санатана Госвами произнес эту шлоку, и эту шлоку, те, кто не имеют такого должного духовного образования, они критикуют, что Санатана Госвами говорит, что красная одежда не одобрена в нашей сампрадае, и те, кто не знают сиддханты должным образом, они тоже ответить не могут. И вот если эта красная одежда, она уважаема, точнее презираема, то почему Парадхилешвара Шичитани Махапрабху, он сам надевал эту шафрановую одежду? Почему сам Шичитани Махапрабху, он носил шафран после принятия саньясы? Почему? Вопрос. И другой. И другое значение. Каково значение этих слов? Если саньяса не была бы позволена в Кали-югу, то в Гаудия-матхе почему Шри Чайтанья Махапрабху, он сам Кришна, сам изначальный Верховный Господь, почему он принял саньясу? Шри Чайтанья Махапрабху, он лучший из гуру, и почему он принял саньясу тогда, если саньяса согласно этим Смарта Браманам запрещена в Каликалу, и вот Прабхудананда Сарасвати Пад, Брамананда Бхарати и все спутники Шри Чайтанья Махапрабху, некоторые тоже они приняли саньясу или шафрановой одежды. И вот если вернуться назад вот, к четырем авторитетным ачарьям, Рамануджа ачарьям, Мадва ачарьям, Вишну с вами, Нимбарки, они все саньяси. Кто-то из них с данда саньяса, кто-то с триданда саньяси. И вот я хочу объяснить это более подробно, чтобы вы поняли. И вот смотрите, Рамануджа ачарья, он принял триданда саньяса и Мадва ачарья экданда саньяса. Значение одинаково. Шрила Прабхупад говорит, во время даша
А вот в Шанкар-сампрадае, хотя они говорят, что они ахам-брасми, они принимают экданда-саньясу, но вайшнавы, которые принимают также экданда-саньясу, они в этой одной данде видят три данды, как Мадхавина Пурипад. Но в этой экданда, то есть в этой одной данды, они видят концепцию три данды. Что это значит? Значит, кайманавакья, вайшнавы особо, они посвящают они посвящают ум, тело и речь для полностью для служения Верховному Господу. И поэтому как можно объяснить, что они принимают одну экданда саньясу. И когда Шри Чайтанья Махапрабху, он принял экданда саньясу, это особый случай с Шри Чайтанья Махапрабху. Почему Шри Чайтанья Махапрабху он принял экданда саньясу? Это все правильно. Поскольку ахам брахмасми, эта концепция, она при... она приемлема к Чайтанья Махапрабху. И для преданных, тех, кто посвятил себя Кришне, Чайтанья Махапрабху, если они принимают экданда саньясу, I would request them to go through Bhagavatam under the guidance of pure Vaishnava. They can find that Tridandi Sannyas is there in Bhagavat approved. No. Также Тридандий Саньяс, она одобрена в Бхагаватам. Можно это найти подтверждение этому. Those are not going to obey, follow Bhagavatam, disregard, dishonor Bhagavatam. They are not at all men. They are like beasts. И также говорится, что те, кто не придают должного значения, те, кто не уважают Бхагаватам, то они подобны животным. Бхагаватам — это наивысшее свидетельство, наивысшее... И вот Махапрабху говорит, что вся Сиддханта, все суждения, они должны базироваться на основании Бхагаватам. И в Пуранах говорится иногда, что мы должны изучать Пураны под руководством Гуру Вайшнавов, чтобы избежать неправильного понимания. Как Брахма Вайвратха Пуране говорится, такие слова говорятся. And they are taking this slope as missile. They are attacking. Using this slope, everything in Samogartya. There is no sannyasa in Kalika. They are so ignorant. They are fighting. И вот какие-то люди, они используют эту шлоку, что саньяса вообще запрещена, но там говорится, что именно саньяса запрещена. Запрещена именно карма саньяса. Карма саньяса запрещена в Кали-югу. И те, кто майявади, говорят, что у нас нет никаких обязанностей, мы можем сидеть и думать о безличном брахмане, ничего не делать больше. Но вайшнавы говорят, что мы не совершаем никаких материальных действий. Мы, если мы готовим, служим для Кришны, это не материальные действия, это бхакти.
и через наши все наши органы чувств, если мы хотим совершать служение в практической форме, то в этом случае это зовется бхакти. Бхакти невозможно показать с помощью материальных органов чувств, но также, если мы практикуем, что-то делаем под руководством чисто гуру и вайшнавов, то когда мы что-то пытаемся делать, наши органы чувств, наши глаза, уши, языки, руки и прочее, они... Они как бы одухотворяются. И вот когда наши все органы чувств, они полностью поглощены служением, то тогда через... И вот в Брихат Бхагаватамрите говорятся такие слова. Санатана Госвами говорит там, что Кришна Бхакти Судапанат, что Кришна Бхакти, оно подобно нектару. Тело, в Бхагаватам говорится, что те чистые преданные, те, кто полны, которые опьянены бхакти, такой пример приводится в Бхагаватам. This kind of situation developed in the life of the pure Vaishnava. То есть те чистые преданные, которые, которые они обрели нектар бхакти, они уже не помнят о внешних вещах. И вот Кришна Тесам Панчо Бодхи Дево Пи Сачидананда Рупатаса. You can see, they are actually with, their body is made up of five elements of nature, Kiti or Potemo. You can think that way. But already, they are actually Chinmoy. То есть можно внешне видеть, что тело таких чистых преданных, оно состоит из пяти элементов, но оно трансцендентно на самом деле. И вот в этой шлоке говорится, что саньясу нельзя принимать, но именно как кармическую саньясу именно. И вот мой Гурудев, он... И вот когда к Шиле Пури Госвами Махараджу кто-то ходил жаловаться на что-то, то Гурудев говорил, что нужно вспомнить пример Тринанди Бикшу из Шримад Бхагаватам. И Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве такие слова. Что Парамахамсы, они за пределами правил и предписаний, они вне правил и предписаний. Есть Гьяни Парамахамсы, Гьяни Парамахамсы и Бхакта Парамахамсы. Но Гьяни Парамахамсы, если они на том уровне находятся, где гьяна, знание, оно полностью зрелое. Если наша гьяна,
которая полностью зрела, то она равна бхакти. А если наше знание гьяна, она полузрела, то наше гьяна, оно не, как, не настоящее. И вот если такая зрелая гьяна, то она не отлична от бхакти. И Бхагаван Шри Кришна говорит о Удав. Если мы думаем, что Рамануджа Ачарья не был Парамахамсой, Мадва Ачарья не был Парамахамсой, то вы глупы. С другой стороны, я могу сказать, что Мадва Ачарья, Рамануджа Ачарья, Вишну с вами. Они так много делают служения для живых существ, можно, вот во времена, я говорил об этом на день явления Рамануджа Ачарьи. И вот от Гоштхапурны он получил особую мантру Гоштхапурна, он сказал, что нельзя, чтобы кто-то узнал эту мантру. И Рамануджа Ачарья получил эту мантру, как только он вышел от него, он дал эту мантру 70 людям, и этот его Гурудев разгневался, как я себе дал эту мантру, чтобы ты никому не говорил. А ты сказал, что ты же в ад отправишься из-за того, что открыл эту мантру всем. Всем Рамануджа Ачарья поклонился ему и сказал: «О Гурудев, я готов отправиться в ад, если я могу сделать что-то хорошее для всех этих душ, если они, эта мантра поможет им обрести благо, избавиться от материальных оков, то ради этого, если я отправлюсь в ад навсегда, я готов». И тогда Гурудев понял сердце Рамануджа Ачарьи и был доволен им. Но все же внешне наша Гурварга, они все Парамахамсы. Шридхар Дев Госвами Махарадж, он Парамахамса, Кешава Госвами Махарадж тоже. Кешава Госвами Махарадж, он очень жестко говорит, но все же внутри он Парамахамса, но не каждый может поверить, что Парамахамсы могут так жестко говорить. Но это его особенность. Если бы он не был Парамахамсой, то как это возможно, что во время того, как он оставлял тело, он спрашивал, сколько времени сейчас? Сейчас вот 11:35. Хорошо. И после этого Пуджари совершал арати, предлагал гирлянду Радхарани, и эта гирлянда упала с нее. И это мала Пуджари вышел и предложил Гурудеву, и Гурудев сразу ушел, оставил тело. Ваман Госвами Махарадж рассказывал об этом. Это практический пример, они видели это. Но все же многие даже после таких примеров не могут поверить, что он был Парамахамсой. И все Парамахамсы, они, те, кто Парамахамсы, они не думают, что случается здесь и там. Но Гокиша Баба, он был настолько милостив, что он говорил что-то нам. И вот Гокишнадас Бабаджи Махарадж говорил, что нам не нужно вот идти вот туда или туда, что он говорил, что там нету бхакти, а там обманщики, вам нет смысла туда идти. А Парамахамсы обычно не говорят об этом, они заняты своим бхаджаном и не критикуют никого и не одобряют. Но Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакур, мы очень удачливы, что у нас есть такие Парамахамсы, они дают нам наставления, они явились в этот мир как Парамахамсы, и они специально опустились на уровень Варнашрама.
Но их бхакти нельзя ограничивать этим уровнем. И вот с этого уровня Парамахамс, они... Если бы они... Были, вели себя как Парамахамсы, они не могли... Не могли бы проповедовать. И вот Бхагаван Шри Кришна Удаве говорил, что те, кто находится на уровне Парамахамсы, они не зависят ни от чего, они полностью отрешены от этого мира. И Шрила Прабхупад, он, и Шрила Бхактивинода Такур, они полностью отрешены от этого материального мира, как Шридхар Госвами Махарадж или Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж. Но все же, чтобы спасти нас, они принимают саньясу, чтобы доказать, что мы находимся в этой варнашрама дхарме. И вот, чтобы систематизировать все это общество, иначе, чтобы был порядок в обществе. И сейчас варнашрама дхарма, она практически разрушена. Если вы хотите следовать варнашрама дхарме, если я вам объясню, что такое варнашрама дхарма, вы можете разгневаться и уйти, что я так жестко говорю. Но без всякого страха я хочу объяснить это вам. Может, люди какие-то будут возмущаться, но что же делать? И вот варнашрама дхарма, она там, она есть достаточно давно. Те риши и муни, они следовали варнашраме. Это была очень научная система. И вот кшатри, вайши, шудры, брахманы, они все хотели исполнять свои собственные обязанности, и они были заняты своими обязанностями, они не нарушали никаких правил. И хотя я цитировал одну шлоку из Бхагаватам, что брахман не значит, что если отец брахмана был брахманом, то сын становится брахманом, это далеко не факт. То есть это не генетически передается, а по качествам людей. Если вы находите, что отец брахман, то что сын брахман, это не факт. То есть он может быть брахманом, конечно, никто не отрицает, но не гарантирует. Если сын действует как кшатри, ведет себя как кшатри, то значит он кшатри, а не брахман. И в то время была система такая, что все общество разделяли согласно их качествам. А сейчас люди просто на основании своего происхождения, то есть если их отец был брахманом, то они тоже думают, что они брахманы. А если у вас нет ни единого брахманского качества, какой же вы брахман? Тем более, что говорить о вайшнавах, которых больше качеств, чем у брахманов. Внутри преданного можно найти все качества Кришны, кроме нескольких, таких как, например, способность творения, совершения раса-лилы и еще каких-то. То есть эти качества исключительно у Кришны могут быть, но все другие качества, которые имеет Шри Кришна, то преданный он тоже может их обрести. Санчар, значит, они могут явиться в преданном, все качества Кришны. И вот сейчас Рамануджачарья, Мадхвачарья, Вишну с вами,
Они все саньяси. И вот те, у кого есть эгданда, такие как Мадхавенда Пурипад, они приняли саньясу, эгданда саньясу, но не для, но они не триданди саньяси. Но в этой эгданде концепция триданды уже есть, и поэтому наша гурвага, которая приняли эгданду саньясу, они приняли ее как триданду саньясу. И вот в этой шлоке говорится, в следующей шлоке говорится, что в Кали-югу не следует принимать саньясу. И вот, да, смотрите, пример Махарадж приводит, что даже сын Адвайта Ачарья, который сам Махавишну, а некоторые из его сыновей отклонились и от его пути и начали следовать каким-то смарта-браманам. It is written in Shastra, if you attain, then you can fall down totally. You have no right. И вот Махарадж говорит, что они даже, а то есть если после принятия саньясы кто-то идет на поминки, на шрад своим родителям, то это станет причиной их падения, это говорится в шастрах. То есть если человек принял саньясу к брамачарю, то возвращаться домой уже нельзя вообще. То есть это все, да, если они так делают, то это просто нарушение всех правил варнашрамы. О варнашрама дарме я говорил немного в прошлом году. И вот Джамадагби Муни был такой Муни, его сын Парашурама, у него качества были кшатрием, и он соответственно, кшатрием был, а не браманом. Риша Симха Муни, откуда он родился? От оленя. Васишта Муни, после того, как умер, он родился от Менаки или Ураши, я не помню точно, но не от брамана явно. И Ришабхадев, сыновья Ришабхадева, 100 сыновей были, а какие-то из его сыновей были браманами, какими-то кшатриями. То есть 81 были кармаканди браманами, а некоторые кшатриями. И вопрос, если сам Ришабхадев, он царь, он кшатри. Рамачандра, он внешне тоже кшатри. Но все же, почему 81 его сын стали браманами, как это возможно? И потому что это возможно. Потому что по качеству определяется, а не по происхождению. И я могу вам множество примеров привести. Как, например, Риша. Джавал Сатьякам. Джавал Сатьякам. Он не мог узнать, не знал, кто он. И вот он у матери спросил, кто его отец, и он, мать тоже не знала, но он позже Гаутами Риши сказал, что он браман. Я вижу, что тебе в качестве брамана присутствует, и поэтому я могу дать Упанаяну Санскару тебе. И через Упанаяну Санскару ты можешь
прийти, явиться перед ведами, Верховным Господом. Гурудев хочет взять нас и привести нас к ведам. Веды, значит, это сам Верховный Господь. И это система Упанаяна. Это не значит, что мы получили браманский шнур и будем заниматься работой браманов. Это не так. И вот таким образом можем сказать, что Варнашрам Дхарма она разделена на основе вот этой формулы, которая в этой шлоке приводится. То есть качество определить, кто браман, можно по его качествам. Раван, он браман. Но он действует как ракшас. Хотя по происхождению он браман, он очень учен. Говорить о нем как о пандите нельзя, поскольку он не соответствует определению пандита, но он был очень учен, и он говорил, когда он арати совершал Махадеву, он каждый день новые шлоки сочинял. Настолько был учен. Не так, что он писал, потом проверял, потом читал. Нет, он, когда совершал арати, он новые стихи придумывал. Он был более учен, чем Кешав Кашмири пандит. Раван, в отличие от Дигвиджая, все с грамматикой было у него идеально. И вот Махапрабху говорил, даже Калидас, они тоже иногда ошибки совершают, а поэтому бхакти — это главное. И вот сейчас они, эти сварта-брахманы, критикуют о том, что саньяса не одобрена в Кали-югу. Почему саньяса? То есть мы должны быть подобны львам, а не подобны кошкам, которые испугались и убежали. Мы дети Шрилы Кешава Госвами Махараджи, мы должны ответить им должным образом, кто говорит, что саньяса и брахмачари она не одобрена в Кали-югу. Все одобрено. И наша Гурварга и Шрила Вамана Госвами Махарадж также комментирует. Мне очень нравятся его комментарии. И вот под руководством Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура, Ваман Госвами Махарадж, он дает прекрасный комментарий. И вот Вамана Госвами Махарадж говорит, те, кто принял саньяса, и эту красную одежду брахмачари, то это не значит, что они не достойны принять Парамахамса орден. Махапрабху принял саньясу, и чтобы выразить уважение, почет, Махапрабху принял саньясу, но мы не можем... Ну, то есть мы не можем принять что-то больше, чем принял Махапрабху. Но Рупа и Санатан, они Парамахамсы, они саньясы и Парамахамса Веш ни от кого не принимали. Пытайтесь понять, что я хочу сказать. Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, они говорят, что они естественные Парамахамсы с самого рождения, и поэтому можно вспомнить, что в Варанаси Санатан Гасай спросил у кого-то Чандрашикарачарью, вот Чандрашикарачарью он попросил какую-то старую одежду. Нет, надо старую.
и он взял эту старую какую-то ткань, разделил ее на три части и одел, принял омовение и пришел к Махапрабху. А Махапрабху ничего не сказал ему, кто же тебе дал Парамахамса Вешу. Нет, Махапрабху ничего не сказал, он просто засмеялся и одобрил. Они такие парамхамсы с самого рождения, им не нужно принимать отдельно. Как Шрила Прабхупад, ему не нужно принимать какой-то веш по саньясу от кого-то. И как, например, в случае с Рамануджа. И то есть он принял ее от фотографии Шрилы Гуркишвара Дас Бабаджи Махараджа. А он был уже рожденный саньяси, рожденный парамхамса. И многие критикуют это, не понимая сути. Они приняли саньяс для того, что есть восемь видов виграхи. Из этих, смотрите, из этих восьми видов виграхи, изображение, фотография виграхи, она одобрена. И у нас есть такая концепция, что через фотографию можно обрести Кришну. Но если у нас нет бхакти, то что толку устанавливать божества и прочее. Гопал Бхатта Госвами, он чей ученик? Он ученик кого? Кто знает? Прабодхананда Сарасвати Пада, я уже говорил об этом. И вот с самого начала, когда он изучал санскритскую грамматику, его дядя руководил им, и он все знания от кого получил, все уроки от Прабодхананда Сарасвати Пада. Прабодхананда Сарасвати Пад, он сам саньяси и лучший из парамхамс. Он совершал баджан на берегу Камьявана. В Камьяване, на том Сараваре, он совершал баджан до последнего дня. И его, то, что он писал, мы не можем представить, насколько... Даже материально Сарасвати, богиня знания, она явилась там, и это нельзя даже сравнивать, насколько он прекрасно писал, сочинял стихи. Никто в этом мире не мог сравниться с ним. Он отдавал все свои пожертвования, которые ему приходили, Гопал Бхатта Госвами, а Гопал Бхатта Госвами, он написал очень четко, как принимать дикшу, как самскары проводить, как саньясу принимать. И вот в его санскаре-дипике все это описывается. И если это было, не было одобрено Гопал Бхатта Госвами, то почему Гаудия-матхи это принимает? Кто вам сказал, что это не одобрено, что саньяса не одобрена в Гаудия-матхи? Дьян-чандра подъятие, там тоже описывается, Гопал Госвами тоже одобряет. Кто еще сказал, что саньяса не одобрена? Это очень глупо. Ваман Госвами Махарадж, он подобен моему сердцу. И Ваман Госвами Махарадж говорит, что не значит, что они не достойны принять Парамахамса орден, но нет, они приняли саньясу для того, чтобы выразить уважение Шри Чайтанья Махапрабху. Поскольку если бы они приняли Парамахамса Веш, это можно было подумать, что они больше, чем Шри Чайтанья Махапрабху, поскольку их орден следующий. Те, кто Парамахамса, чистые вайшнавы, Парамахамса Бхава, она уже находится в них. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что те, кто находится в жизни домохозяина, у него
которые, и у них есть великая преданность к Шри Кришне, как большинство преданных Шри Чайтанья Махапрабху, такие как Шивас Пандити, другие, они являются лилу грихастхи, как и Бхактивинода Тхакура, например, но они не грихастхи. Они не грихастхи, они больше, чем мы знаем из Шри Чайтанья Чаритамриты, что это положение было, в котором находился Сарвабхаума Бхаттачарья. Сарвабхаума Бхаттачарья, он был великий преданный. Он стал великим преданным впоследствии. Даже те, кто саньяси, они приходили к нему и за советами. И говорится слово такое, там используется. Саньяси упакарта. Упакарта значит тот, кто дает наставление саньяси. Настолько он был велик, что он хотел принести благо саньяси, и поэтому, даже находясь в ашраме домохозяина, то саньяси приходили к нему за советом. Шивасачарья, Шинивасачарья, Шьямананда Прабху, Адвайтачарья, все они находились в ашраме домохозяина. Кто нет, все, практически все спутники Махапрабху. Но они все были саньяси, хотя внешне они находились в грихастха ашраме, но они на самом деле все саньяси. Что вы имеете в виду под саньяси? Принять оранжевую одежду и данду от какого-то человека и потом пойти собирать деньги. Разве это саньяса? В Бхагаватам говорится, что те, кто использует свою одежду, в смысле орден, то есть приняли орден саньяси и пользуются его преимуществами, то это очень отвратительно. Это вещь у Падживанага. То есть если кто-то принял саньясу и использует ее для заработка денег, то это просто отвратительно. Шрила Бхактивинода Тхакур 150 лет назад еще предсказал, что те, кто принимают, а то, что те занимают главные посты в вайшнавском обществе, если они не будут об этом думать, то вся система разрушится. Шрила Бхактивинода Тхакур еще 150 лет назад предсказал это. И вот я, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если вы видите, что количество брахмачари, саньяси увеличивается, то это, несомненно, шутки мои. И ни к чему хорошему это не приведет. Если вот вы видите, что количество саньяси и брахмачари увеличивается, то это наверняка какая-то игра моя. Но все говорят, приходите, саньясу раздаем. И даже тем, кто не может контролировать свои органы чувств, и вообще ничего не может контролировать, но они принимают саньясу и оскверняют наше течение бхакти. Шрила Бхактивинода Тхакура это уже предвидел 150 лет назад. И вот в самскара дипике и в других писаниях говорится о вот в Дьян Чандова Падьяти там одобривается саньяса. И Вамангасвами Махараджи говорит, что чистые преданные, которые они парамахамсы, но все же они принимают предыдущий орден саньясы для того, чтобы выразить почтение Махапрабху. И вот мой Гурудев очень часто приводил пример Тринданди Бикшу из Бхагаватам. Он говорил, почему вы чувствуете себя оскорбленными, изучаете историю Тринданди Бикшу.
sitting on head. Guru was speaking, you see. Still that Tridandi Sannyas not speaking anything. He is only thinking, it must be one testing by Mahaprabhu. И вот любые проблемы, которые приходили к этому Тридандии Бхикшу, он думал, что это Кришна проверяет меня. А еще Бхагаватам описывает, что Ришабхадев, он даже вложил в рот камни, чтобы, если кто-то что-то спросит, он не мог ответить. Это на его такой стиль поведения. You know the story we learned in childhood, very small. One tortoise and one, you know, jackal. One jackal always making a target. When the tortoise comes out of the lake, I can attack him. История про Махараджа рассказывает про шакала и черепаху. И вот черепаха надоело, что этот хотел поймать шакал, что хочет съесть эту черепаху, и с лебедем договорилась, что может ты забрать меня отсюда. Ну, с чем они договорились? Oh, два лебедя возьмут палку. И вот что они, эти два лебедя возьмут палку, а черепаха зацепится ртом, зубами за эту палку, и так они перелетят в другое место. И вот они договорились. Ну еще лебедь сказал, что если ты разожмешь рот, то, соответственно, упадешь свысока, и поэтому... И поэтому не надо тебе... То есть надо держаться зубами. И вот это черепа, вот они взлетели. И вот они взлетели, этот шакал сказал, что вот это, если ты упадешь, то я тебя съем. А это черепахи. Слова шакала не понравились, и она решила ответить, и вот она разжала рот, чтобы ответить, и упала с высоты, и шакал ее съел в итоге. То есть она не смогла потерпеть, чтобы просто промолчать и ничего не ответить. Нет, надо было ответить шакалу, и поэтому она упала. И вот Гуру Махарадж также говорил о Тридандии Бхикшу, что нашу речь, ум и тело мы должны посвятить Верховному Господу. Why not possible? We have seen the example of Laksha Hira was topmost, you know, cross. И вот есть пример Лакша Хира, она была проститутка, но по милости Харидас Тхакура стала великой преданной. И многие великие ачарьи приходили к ней на даршан. Лакша Хира. They are coming to take advice, be Dandava. Bhakti is so powerful. Бхакти, она настолько могущественна. И inside body, everybody does a bonded, so they have some sort of insistive power to do something bad.
Через великую любовь к Гуру Вайшнавам и Бхагавану, через слушание Харикатху, через принятие прасада. Харикатха – это тоже прасад. Разве это не прасад? Это милость. Прасад Горки Шрудас Бабаджи Махараджа однажды пошел на другую сторону реки, всех приглашал на великий праздник. И вот народ пришел на праздник, на улицу, где праздник, ничего ж не готовят. Как, ну, где-то там готовят. И вот через два часа люди слушали Харикатху и думали, когда прасад начнется. И после Харикатхи Горки Шрудас Баба засмеялся, что вы получили прасад. Где прасад? Ну вот Харикатха – это прасад. И вот Горки Шрудас Бабаджи Махарадж, он немножко раздал прасад, говорит, Харикатха – это главный прасад. Но мы думаем, главный прасад – это еда, в форме еды. Это прасад, но Харикатха, не все воспринимают Харикатху как настоящий прасад. Мы можем победить Майя-деви служением прасаду по его милости. Если у нас есть настоящее представление о том, что есть настоящий прасад, то вы избавитесь от влияния Майи вскоре. Вот какие-то преданные соблюдают дандават парикраму. И вот я видел и спросил, зачем они такую аскезу совершают. Что делают? А опасность нам, вожделение у меня в сердце, как избавиться от него. И вот ради этого вы совершаете дандават парикраму Гавадхана. Наша Гурвага никогда не говорили так. Никто пример такой не давал нам. Поскольку если физически мы можем так слишком аскетично совершать аскезы, это запрещено. Не одобряются тяжелые аскезы, они запрещены на пути бхакти, они это против бхакти. Но они не знают, они не слушают Харикатху, они не знают простейший путь, который открыт перед ним. Шри Чайтанья Махапрабху говорит об этом. Они могут слушать Харикатху, совершать Санкиртан, совершать гу и Вайшнава Севу, и это поможет нам. Но многие не знают об этом. Никто не дает таких наставлений. И поэтому они бегают туда-сюда. И вот через гуру Севу, через Вайшнава Севу все возможно. Что невозможно, но не верят, они совершают какую-то парикраму, дандават парикраму. Бхагаван Шри Кришна, Шримад Бхагаватам Махапуране говорит очень четко, что говорить о майя-джае, победе над майей. Майя – это очень основное. Точнее, не основное, а начальное. Если мы совершаем гуру Вайшнава Севу, то победить влияние Майи очень просто. Мы запросто избавимся от влияния Майи, но все же мы не можем этого делать. Не все могут победить Майю. И вот Ваман Госвами Махарадж говорит, чтобы выразить уважение Шрилы Прабхупаде и Махапрабху, наша Гурвага, они принимают саньясу. И можно посмотреть статистику, те, кто принимают парамахамса версию, уходят в лес, а те, кто внутри парамахамсы, принимают саньясы, каким образом они служат. А другие, соответственно, уходят в лес и просто там совершают свой баджан. А уединенное место, что значит?
Многие думают, что это лес, но уединенное место, значит, вот в этой шлоке Прохлад Махарадж говорит. И в Бхагаватам Кришна уже говорит вот эти слова. И Брахма также говорит вот в этой шлоке. Брахма Джагатпита, он дает нам указание. Тануван Манубхи, это значит саньяса. Вишвана Чакравати говорит, если мы находимся вместе с чистыми преданными, это очень благоприятно. Они могут воспевать славу Верховного Господа, а я буду слушать, и поэтому находиться рядом с преданными очень благоприятно. И Тануван Манубхи, значит, саньяса будет удовлетворена в нашей жизни. Автоматически саньяса будет исполнена, хотя внешний человек может быть в ашраме домохозяина, но саньяса, она явится в его сердце. Что значит саньяса? Махапрабху говорит об этом. Махапрабху дает четкое определение саньяса. И вот что говорится там, что если я принял этот веш, саньяса веш, почему? Чтобы развить паратмаништху, любовь к Шри Кришне. И вот Махапрабху говорит, что если я не буду совершать Мукунда Сева, слово Мукунда Махапрабху дал определение. Гурудев также говорил, Муку значит мой друг, да. Муку значит тот, кто может дать нам прему, его зовут Мукунда. И на санскрите муку значит зеркало. Это другое определение. И вот Гуру Махарадж говорит Мукунда, если мы будем совершать Мукунда Севу всем своим сердцем, как Шивас Пандит, хотя внешне выглядит, что Шивас Пандит, он домохозяин, но будьте уверены, что Шивас Пандит, он лучший из саньяси. Вишну Приядеви, она лучший из саньяси, хотя внешне выглядит как женщина, но она лучшая из саньяси. Шрила Бхактивинода Тхакур внешне он принял Парамахамса веш, иногда в Рамбаганы ходил, и кто-то думал, что он Парамахамса веш принял, а в Рамбаган едет. Что это такое? Бхактивинода Тхакур никогда не в Рамбаган, ни Амбаган не ездил. Физически те, кто вывозили Бхактивинода Тхакур сюда или туда, они думали, что Бхактивинода Тхакур в Рамбагане живет, и не критиковали его, но они не знали, что Бхактивинода Тхакур всегда во Вриндаване находится. День ухода Бхактивинода Тхакура скоро будет. И вот 1940 году месяца Ашара, предваряющий день Гундича Марджаны, он оставил это тело. И вот Ваман Госвами Махарадж говорит, не то, что оранжевая одежда запрещена, не то, что она не... Если было бы шафрановая одежда не одобрена, то отреченные, такие как Брамананда Бхарати, Кешо Бхарати и другие, они принимали саньяс,
Игданда Саньясу или Триданда Саньясу, но они, они являли Бхакти Паракашта. Они являли Бхакти в высшей степени. Not that marginal line within this line is confined. Otherwise, why in Chaitanya Chaitamrita you can find it? В читании Чайтамриты мы находим, что те гопи и Кришна. Krishna growing love, Gopika's growing love. Also Gopika they are growing love, Krishna growing love. Actually there's competition going on. There's competition going on. Follow? В читании Чайтамрите говорится, Кришнадасский Врач Госвами говорит, что те гопи, они очень счастливы видеть Кришну, они являются, их любовь она увеличивается, и Кришна тоже, видя гопи, он радуется, и так у них идет как бы соревнование, у кого, кто больше кого любит. Кришна гопи или гопи Кришна. Кришнадаска Врач Госвами, он говорит, что это непостижимая татва, но мы должны изучать ее под руководством Гуру Вайшнав. Если вы сами будете изучать Писание, то вряд ли вы их поймете. И вот Кришнадаска Врач Госвами говорит на Бенгале такие слова, что же нету, что же никуда увеличиваться, но это их любовь друг к другу, она увеличивается каждый момент. И как это понять? Если уже говорится, что уже вы некуда увеличиваться, но оно все же увеличивается. И это зовется Ачинтья. И об Ачинтья Беда, Беда Татве я буду говорить более подробно в следующие дни. Кто вам сказал, что саньяса не одобрена? И в этой Брама Вайврата Пуране Ашвами Саньясам Палабат Патитам, Деварена Судат Патим, Калу Панчо Биварджай. In Kalikal, и вот в Кали-югу люди очень слабы, они не могут обрести достаточно силы, поскольку энергия, она может изойти из Сварупшакти только, и поэтому Ашвамед Ягья, она запрещена. Го Аламбан, нельзя убивать коров в Кали-югу. Махапрабху говорил, Кази это. Ришимуни они совершали Ягью, но эта корова обретала жизнь новую после жертвоприношения. Но в Кали-югу это не одобряется, поскольку нет силы это совершать, нет возможности, способности. И если кто-то делает, то можно посчитать, сколько волосинок на ее теле, и настолько же лет этот человек попадет в ад, который посмеет убить корову. Корова не очень почитаема, более почитаема, чем наши собственные матери. Корова, она такая универсальная мать, она очень уважаема. Гумата, она подобна такой вселенской матери, все полубоги, они пребывают в теле, как коровы. Если ваш ум беспокоен, то нужно совершать служение коровам и туласи, тогда ваш ум сразу же успокоится, если вы чувствуете какое-то не беспокойство в уме, то служите индийским настоящим коровам, и ваш ум успокоится с тем коровам, у которых есть связь с Сурабхи. То есть какие-то преданные спрашивают,
что есть, то есть есть много коров. Махараджу вопрос такой задали, каких коров конкретно надо уважать. Есть много коров, более там 20 видов, а то и больше. Но служить надо, чтобы именно тем, и молоко пить именно тех коров, которых именно индийские коровы, которые связаны с сурабхи, когда можно все благо получить, и молоко, соответственно, от них оно очень благоприятно. А вот коров другого происхождения молоко не обладает таким, такими качествами. И вот таким образом. And also there was system that time. И в то время. To get you know child children baby through different procedure, but at present in Kalinga there is not approved. Kalu, Panchakura. Ну в общем то что эти правила, кто раньше были в Кали-югу, они не применимы в Кали-югу. Если Бхагавата можно посмотреть, как яги происходили, что использовали мясо в предложении, и Васиштха Муни, когда он там был, он определил, что это человечье мясо, и нельзя его использовать. И он проклял того человека, который эту человечину организовал как-то. А царь сказал, что я не знаю, я тут ни при чем. Тут кто-то подкинул. Ну, Васиштха решил проклянуть на всякий случай всех. А царь тоже решил его проклянуть. Но он уже мантры произнес, и эта вода, над которой он мантры произнес, она вытекла ему на ноги, и ноги почернели сразу. И вот Бхагаватам саньяса одобрено, но не карма саньяса. Майявади не принимают карма саньясу, и она не одобрена, но бхакти саньяса она одобрена, она позволена. Все всегда. Чистые преданные не могут определить, что вы достигли уровня саньясы или нет. В Гите Бхагаван говорит разными путями, что нет. Что саньяси сердце чисто от всяких, то есть тот, чье сердце чисто от всех желаний, он сможет принять орден саньяси. И раньше, то есть Варнашрамана была идеальна, то, как Кришна разделил общество на четыре Варнашрама, это так и существовало. И вот говорится, что хотя вы знаете, что я изначально И вот хотя Варна Ашрама были, то что Чайтанья Махапрабху и наши Гурварга, они хотели доказать, что Варна и Ашрама, они связаны с нашим телом, умом и обществом. Но вайшнавы, они не ограничены этой областью. Они не ограничены этой областью. Варна и Ашрама, они могут уважать их, несомненно. Но это не все и вся. После Варны и Ашрамы мы должны возвыситься над этим. И поэтому в те дни
была такая система, установленная Риши Муни, то, что когда вы рождаетесь до 25 лет, вы должны идти в дом Гуру Гриху, в Гуру Ашрам. И там до 25 лет вы должны находиться, и потом совершать аскезы в это время, и изучать Веды, Упанишады, значение их. Если не вот в то время было правило, что до 25 лет человек должен находиться в Гуру Ашраме. И Кришна также показал это на своем жизненном пути. И после 25 до 50 можно принять грехастхи ашрам или можно не принять, в зависимости от вашего умонастроения, что ваше сердце говорит, какие ваши самскары. И вот с 25 до 50 можно в грехастхи ашраме находиться. А с 50 до 75 в ванапрастха ашрам. И в ванапрастха ашрам можно с женой или без жены соблюдать, много правил есть. И вот после 75 и после этого можно принять саньяса. Такова система, поскольку в то время люди примерно 100 лет жили. Но сейчас люди меньше живут, кто-то 45 умирает, кто-то 60, кто-то еще раньше. И поэтому не следует планировать на 5, на 10 лет вперед, а нужно жить нашей жизнью согласно желанию Нитянанды и Баларама. Нитянанда, он лучший саньяси, никто не может превзойти его, хотя внешне Нитянанда, он женился на Джанави Васуде, но все же он лучше из саньяси. Саньяси он полностью одобрен, сочетание Махапрабху, но никто, не все понимают это, просто спорят, что тот не прав, и этот не прав, и таким образом только спорят. И вот на сегодня конец, если какие-то вопросы. Maharaj, I came to know that one of the disciples of Srila Bhakti Siddhanta, he opened Prapanna Ashram and he left as Acharya one Mataji. And this Mataji lives in Calcutta and she is in saffron dress. Red clothes. Red clothes. Prapanna Ashram. I am not going to criticize anybody. Actually, it is in Shastra, it is written, the Matajis, they cannot take sannyas. But I already approve, if they are already sannyas inside, who can resist? Who can resist? Like Ramamata Thakur, from heart sannyas. Who is going to give sannyas? Are you woman? So what? То здесь считается, саньяси не о шастах не одобрено принимать, но если вот как случай с Гангамотой Такурани, что она уже внутри, уже она саньяси, у нее есть неудержимая любовь к Шри Кришне, то вот то если они достигли уровня саньяси, то ничто не мешает им быть саньяси.
И вот эта Ганга Мата Госвамини, когда она хотела получить мантру от Говинда Мандири, от того Ачарьи, этот Ачарья был в виде ее поведения, ее жизни, он вынужден был дать дикшу ей. И после этого Ганга Мата Такурани с тех пор она получила даршан во сне и пришла в Пури, но это долгая история. Кто может запретить им? Мы не критикуем никого, но вы можете стать саньяси внутри. В Кали-югу внешне саньяса опасно, но внутри никто вам не запрещает быть саньяси. Просто внешне это не всегда хорошо. То есть саньяс-врат, она очень аскетична, кто очень мало достойных личностей. Поэтому сочетание Махапрабху никогда не позволяет лицемерие. Сочетание Махапрабху очень гневается, если у вас есть тысячи слабостей в вашем сердце, то ну, бывает, что не есть, но если у вас лицемерие, склонность к политике, то Махапрабху он не одобряет это. Но если вы ачарья занимаетесь политикой, то это очень плохо. Это будет причиной вашего падения. Махапрабху не одобрит вас. В Бхагавадгите говорится, что те, кто вечные саньяси, кто то есть вы можете есть саньяси внутри, внешне это не столь важно. Слушайте, вы спрашиваете вопросы какие-то. И Гуру Махарадж, можно слушать Харикатху, мантры, Махамантры, которые повторяют великие ачарьи. Можно включить и слушать какие такие киртаны великих ачарьев. Если будете слушать, то будете слушать, и шанса думать о чем-то материальном у вас не будет. Это поможет вам. То есть, великие преданные, находящиеся в женском теле, они внутри саньяси, но в Манусамхите говорится, как чанакья саньяса, значит саньяси, значит паривраджак, но матаджи, женщины, они не могут быть паривраджиками, то есть ходить туда-сюда, не имея никакого дома и прочего. И вот там говорится, вот Махарадж произнес эту шлоку. Те, кто саньяси, могут путешествовать здесь и там. И йоги, движи и прочее. А саньяса значит паривраджак, что нужно всегда куда-то ездить, больше 3 дней не находиться в одном месте. А с другой стороны, женщины не могут жить отдельно. То в шастрах не позволяется, что мы были одни. То есть женщины, они стри, не могут жить как-то, как в одиночку, замужем должны быть. Гумата,
You collect Gomata urine and cloth, white cloth, make four, eight fold and filter. Take 1 ounce with water, morning time, and the rest you take bath. Where is cabbage and where is the norm? All vanish, nothing. You don't know where you like to go to Australia, leaving Gomata. I'm not going. If somebody is here, I'm crying, you go. I cannot go. I'm not going. Just one question. What happened? Yeah, in the sannyas, or also if someone is taking a sannyas, he is supposed to receive his Gopi Bhav mantra. Yes, can you explain something about what is the significance? Yes, I can explain, but not now. I can speak all in details about Achintya Vedavatattha that day, next day, I can discuss. And Gopi Bhav is not is an open lecture, it should not be. It's a very secret thing. Personally, you can ask. Follow, Sivas Pandit not giving a sannyas proto, then they are going to get some mantra, special mantra. Etam paratna ishtayo pravatoli mahasini, and this loka is sannyas mantra. Aham tarishwami duranta maram samaha mukundan rinsheva yuva, this mantra is in Bhagavatam. This is also given. And Gopi Bhav mantra they cannot speak openly, this is not prohibited. But not that, Bhaktivinoda Thakur not taking sannyas, not is developing Gopi Bhav. Specially given. He can develop. He cannot develop. Those are thousands of people taking sannyas. Who is going to come out successfully? So maybe you can become angry with me. I'm not going to insult anyone. I want to keep some standard. This is my fault. I'm not going to, I am less interested. You leave me. I can go along in forest. I'm not going less interested about. But I would say, like Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda Thakur, if number increasing, no quality come, what happens in future? Ну, смысл Махарадж говорит, что если слишком много саньяси появляется, но качество не увеличивается, а только количество, то ничего хорошего в этом не будет.